Вообще, когда вот первоначально о картине стало известно, ну, информация разошлась по всему миру. А Назарова там, ну, в таких странах упоминалась в связи с картиной, которые никогда и близко не знали про нашу Назарова. Там тоже так. И это действительно мы такую задачу ставим, что да, Назаров с этой положительной стороны стало известно в мире, что отсюда, да, пришла и такая вышла картина в свет, что найдет достойного покупателя. Ну а средства мы можем создать Назарова. Я в администрации об этом говорил, с руководством разговаривал, что да, мы планируем организовать фонд культуры и искусства, помогать детям талантливым, чтобы как родители бегают, вроде ребенок одаренный, не свозить, не привезти, не отвезти, и в итоге никуда не съездили, и вот и заканчивается детство, приходит взрослая жизнь, заботы, талант был у ребенка, закопали в землю, отсутствием средств. А это, пожалуйста, можем помогать детям в спорте, в культуре, в искусстве. А подобная картина, она уникальная, не имеет аналогов в мире. И так как она изображена, это вот время пришло ни раньше, ни позже. Вот она появилась и должна быть. И я призываю и прошу всех назаровцев, давайте будем благоразумными, перестанем злобиться, принять мою позицию, помочь мне поддержкой, вниманием, уважением, любовью, чтобы это было взаимно. И тогда мы вместе достигнем высокой цели в духовном плане, ну и в культурном точно. Эта картина относится к священному искусству. Больше ничего тут не могу сказать.